Соединяем пятый ряд в третью воздушную петлю соединительной петлей. И с вами мы свяжем последний шестой ряд. Так, в следующую петельку просовываем крючок, соединяем соединительной петлей, в следующую петельку соединительная петля и в следующую петельку соединительная петля. Делаем 3 воздушные петли. Вот теперь 3 воздушные петли у меня. Теперь далее мы с вами вяжем в ячейку 7 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть и семь. Так, далее мы с вами вяжем три воздушные. Так, две воздушные петли. Далее мы с вами вяжем 4 столбика с одним накидом. Значит, вот тут 4 столбика. В следующую петельку ряда мы столбик с одним накидом. Во вторую петельку столбик с одним накидом. В третью петельку. И в четвертую. Далее, значит, мы с вами вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Так, пропускаем петельку. Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. В пятую петельку столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем петельку. Раз, два. И в третью петельку столбик без накида. Вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Пропускаем петельки. Раз, два, три, четыре. В пятую петельку столбик с одним накидом. Во вторую петельку столбик с одним накидом. В третью петельку. И в четвертую петельку столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Раз, два. Так. 3, 6. Так, теперь мы в ячеечку вяжем 8 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. 2 воздушные петли. Раз, два. Пропускаем петельку. Раз, два, три, четыре. В пятую петельку мы с вами вяжем столбик с одним накидом. Во вторую петельку. Третью петельку и в четвертую петельку столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Накид нам не нужен.
пропускаем петли 1, 2, 3, 4 в пятую петельку, столбик без накида, 3 воздушные петли 1, 2, 3, пропускаем петлю 1, 2, 3 в четвертую петельку, столбик без накида, 5 воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, пропускаем петлю 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку, даже в четвертую пропускаем, так, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, да, в пятую петельку, столбик с одним накидом. Во вторую петельку. В третью. И в четвертую петельку столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. В следующую боковую ячейку 8 столбиков с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, пропускаем петлю 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку точно так же вяжем до конца ряда. Значит, в конце мы здесь набираем последние, значит, вот до конца будем доходить, 2 воздушные петли, и в третью воздушную петлю соединительной петлей, и наш будет мотив квадрата будет готов. Заканчиваем 6-й ряд.
теперь 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю насквозь петлю соединяем соединительной петлей. Отрезаем ниточку сантиметра 2-3. Просовываем нить. И затягиваем. Вот наш квадратный мотив готов. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.